Начальство не опаздывает, а задерживается. Здорово. 30-градусный мороз морских пехотинцев не пугает. Торжественное построение на площади Победы. Каждый год они вспоминают невернувшихся товарищей. Теперь это не только погибшие в Чечне, но и при спецоперации. Всего же в крае сегодня насчитывается порядка 120 морских пехотинцев. В любом состоянии, в любом, наверное, какой-то просыпаешься, и все, и радость, эйфория, и то, что вот ты, ребята твои. Я думаю, каждый, наверное, из ребят, друг он тебе не друг, носивший тельняшку, и берет станет спина к спине, это без разницы, знает он тебя, не знает. У пехотинцев уже стало доброй традицией в свой праздник поздравлять детей, которые борются с онкологией в краевой детской клинической больнице. А еще сегодня морские пехотинцы отправятся в тир на встречу к трудным подросткам. Мы в этот день радуемся и радуемся, что мы дарим эти подарки ребятишкам и медицинские принадлежности. И они ждут нас. А трудным подросткам, ну, это мы их собираем и рассказываем им о нашей службе. А то, как мы преодолевали препятствия и трудности, которые были на службе в морской пехоте. Кстати, накануне зам главнокомандующего военно-морским флотом генерал-лейтенант заявил, что в России увеличат численность морской пехоты. Сегодня она обеспечивает выполнение поставленных задач, однако с учетом изменения военно-политической обстановки планируется формирование новых частей и подразделений. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.